Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин «Гироскутершоп». Ну что я вам обещал, много новинок и много интересного. Ну смотрите, встречайте. Чудо-зверь от компании «Ультрон», «Ультрон Т128+.» Ну, в этом видео мы с вами поговорим об этом звере. Посмотрим, с чего, скажем так, он состоит, как всегда. Покатаемся, разберем, посмотрим начинку. Но я думаю, визуально, наверное, вас так же, как и меня, произвело впечатление его внешний вид, внешние изменения от классического 128-го. Так что не переключаемся, смотрим видео до конца. Поехали! Ну что, друзья, завод «Ультрон» не перестает удивлять нас в 2021 году. 2020 год у нас был непростой, условия пандемии жестко. Сейчас, конечно, уже остаточные условия эти пандемии, но тем не менее мы, соответственно, с заводом вместе также работаем, да, то есть даем обратную связь, также и завод самостоятельно развивается, молодцы. Видео мы с вами снимали, показывали новинки, там, Т11, Т11+, обновление. И тут уже совершенно новый, можно сказать, зверь. Внешне вы по кузову увидите, что это сделан из Т128, классического, многим полюбившим, со своим необычным цветом и рулевой колонкой, рулевой рейкой, да, то есть все сделано по типу Т128 классика. Но здесь уже добавили 13-дюймовые колеса, как вы увидите, но на этом все не заканчивается, все новинки, все доработки, все обновления. Смотрите. Визуально, как он выглядит, колеса брутально смотрятся. Для того, чтобы разместить эти колеса 13-дюймовые, заводу пришлось увеличить рычаги. Рычаги стали больше, с помощью чего получилось разместить сюда 13-дюймовые колеса. В данной модели Т128+ используются те же самые моторы колеса, которые используются на классических ультронах топовых версий 108-128. 3000 ватт каждый мотор колесо. Самокат идет 60-вольтовый, также остался, но при этом изменилось его сердце, это аккумулятор. Аккумулятор стал 45-амперный. Элементы также используются в 18650. Мы с вами разберем в этом видео деку, скроем, посмотрим этот аккумулятор, посмотрим, как все внутри сейчас скомпоновано, что там добавлено, реализовано, может, что-то апгрейдено в любом случае. Но визуально вы видите, друзья, для того, чтобы разместить 45-ю батку, здесь пришлось, конечно, менять сам мангал. Мангал, он был изменен, он был увеличен как в длину, так и в ширину. Соответственно, за счет чего у нас с вами увеличился сам и самокат. Контроллеры у нас также выведены, как и прежние, внешне. Внешне здесь стоят на 45-й синусные контроллеры. Посмотрим, откроем также короб, посмотрим, но стоят синусные. Также у нас здесь тоже в правой стороне остались же разъемы под второе зарядное устройство, то есть здесь два разъема, можно с помощью двух зарядных устройств спокойно заряжать данный самокат. Итак, что еще изменилось и что бросилось в глаза? Конечно же, это подвеска. Я сейчас акцентирую внимание на этом, потому что подвеска, если вы обратите внимание, что спереди, если помните, раньше стояли просто пружины в капсулах, то есть сейчас стоят экзо. Смотрите, да, то есть передняя стоит экзо. Сейчас посмотрим, какая у нас. С этой стороны, наверное, виднее будет сейчас. Да, ЛБС, 2000 ЛБС, 290, да. Спереди плохо видно. Давайте перейдем назад. Сзади будет, наверное, точно видно. Да. Вот, экзо 290-я. Сзади стоит двойная пружина. То есть для того, чтобы ничего у вас не пробивалось и, соответственно, выдерживало на хорошую максимальную нагрузку. Здесь у нас, обратите внимание, также стоят подшипники. То есть никакая не ступится в задней части. Да, то есть здесь стоят у нас с вами подшипники. Подшипники, кстати, посмотрите, они хорошие. То есть это не какая-то, как вот на визуально, по крайней мере, здесь с прорезиновым основанием. То есть какой-то песок и продукт, скорее всего, будет она отсутствовать. То есть визуально очень хорошо сделано. Задние рычаги у нас с вами тоже они стали больше. Опять же, повторюсь, так же, как с первыми передней части рычагов, за счет этих рычагов получилось разместить данные 13-дюймовые колеса. Также в глаза бросился, это уже полноценные, наконец-то, полноценные задние поворотники.
для того, чтобы приходят они с коробки, когда вытаскиваешь, да, то есть они вот так висят, то есть раскручены, да, то есть полностью. И здесь вот спокойно, то есть не переживайте, вот так вот они свисают. И когда вытаскиваете из коробки, при резьбе просто собираете спокойно и уже. Это для тех, кто, ну, переживает, думает, что если везти куда-то там в регион, то они могут повредиться, сломаться, там, ну, маловероятно, потому что здесь уже все сделано хорошо. Итак, давайте с вами включим, посмотрим самокат. Гидравлик у нас с вами также здесь изменился, ну, в принципе, стало как на Ультрон X3, X2, последняя модификация, то есть новая тормозная машинка стоит, также колесико с регулировкой мягкости и жесткости торможения. Давайте включим с вами вольтметр. С левой стороны вы видите блок управления светом. Свет у нас с вами спереди остались такие же фары, квадратный Arctic. И по бокам диодная красная подсветка одного цвета. Сзади у нас с вами, как на мини-моторсах, стоят. Ну-ка, поворотник тоже повторяется. Вот поворотники мы включили с вами, такая бегущая дорожка, красиво, стильно. Кстати, ну, поворотники, наверное, знаете, из всех самокатов, которые бывают, да, то есть мне вот эти поворотники сами по себе немножко ближе, чем какие-то другие там точки, либо там орлиный глаз. Вот, ну, прям красиво, это точно и видно в ночное время, вечернее вас будет на дороге. Гармонично вписываются, скажем так. Сзади у нас с вами, видите, да, то есть вот эти орлиный глаз, точки стоят, габариты, они стоп-сигнал, а вот этот вот, это у нас стоп-сигнал с вами, смотрите, друзья. Все, это стоп-сигнал. Итак, по бортовому компьютеру мы с вами акцентировать внимание не будем, остался то же самое, MS-668, в принципе, который стандартный, всем полюбившимся, работающий со синусовыми контроллерами. Блок управления полного привода такой же остался, вольтметр с ключом. И тумблер, блок управления светом и сигналом. Все это, соответственно, в том же режиме. Но подвеска, сразу скажу, да. Вот, друзья, еще давайте посмотрим с вами подножку. Подножка здесь очень интересная. По крайней мере, схожую я пока что еще не встречал. Чем-то немножко напомнил как-то Dualtron X, но он не совсем Dualtron X. То есть, видите, да, во-первых, по стилистике он гармонично все вписывается вместе с этим самокатом. Плюс ко всему здесь натянуты на с вами пружины. И регулировка, например, по высоте, вы его можете регулировать здесь не просто, да, то есть идет, а фиксируется на болтах. То есть, учитывая, что самокат сам по себе нелегкий, а вес данного самоката составляет на сегодняшний день в собранном виде 65 килограмм, а в упаковке 70. Так вот, под нагрузкой 65 килограмм, сами понимаете, если подножка будет хлипкая, ну, можно просто навалиться и упасть в самокат. Так здесь у нас с вами болты фиксируют, то есть и держится, будет держаться, в принципе, самокат на свой вес будет спокойно. Поэтому здесь я считаю, что неплохо сделали инженеры, молодцы, завод отреагировали, сделали хорошо. Итак. Что касаемо максимальных характеристик, по заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката достигает 95 километров и максимальный пробег до 100-105 километров примерно в таком диапазоне. Но опять же, я повторюсь для тех, кто там, например, не знает, любой, что скорость, что пробег, зависит от многих факторов. Это и вес райдера, манера, езды, место, по которой вы катаетесь. Также мы видим с вами, что оплетка у нас с вами уже, в принципе, она, скажем так, не вызывает такого, скажем так, вау-эффекта, да, потому что это уже нам уже, скажем так, нашему глазу полюбилось и приелось относительно, потому что последние модификации Ультрон завода, они уже, в принципе, идут со всеми такими оплетками. То есть это, безусловно, лучше, чем какая-то тряпочная, да, то есть поэтому здесь уже все это по умолчанию стоит. Итак, сигнал. Сигнал у нас остался также в том же режиме, без изменений, но при этом изменены подключения проводки к самому сигналу. Все сделано красиво, заизолировано, то есть все, скажем так, по фэншую. И видно, что, повторюсь, как на некотором видео говорил, что по мне завод молодцы, реагирует на все это развитие и развивается вместе на своей линейке. Итак. Потом, я думаю, мы посмотрим, но как завод говорит, что здесь моторы стоят, помимо того, что 3000 ватт, они 6-сантиметровые. Но я, конечно, не знаю, 6-сантиметровые или 4,5 сантиметра, но посмотрим.
Тормозная система здесь у нас с вами гидравлика, дисковые, вот диски стоят 160, стоят стандартные, без изменений. Единственное, что здесь мы видим с вами, кто-то скажет, знаете, как вот первая версия, я помню, 108, 128 появились, когда многие клиенты говорят, а у вас, когда пошла первая, точнее, модификация 108 и 128 рестайлинговая модель, да, вопросы были такие, а у вас крышка деки закрывает ли сами коробы ящиков контроллеров или нет, да, то есть, не знаю, для многих, конечно, это прям вот считали, что якобы это прям суперзащита. С одной стороны, наверное, соглашусь, с одной стороны, но это с малой львиной частью доли, потому что там металлолист стоит, выпирает, он, конечно, дополнительно ребро жесткости на себя удар принимает, в отличие там от контроллера. Но согласитесь, друзья, если чтобы ушатать коробку от контроллеров, а там металл, извините, плотный достаточно, это нужно разложиться так, что можно просто даже тупо не собраться, просто в прямом и переносном смысле. Поэтому, друзья, здесь самое главное ездить всегда аккуратнее, и я думаю, что здесь проблем у вас не будет. Главное, безопасность прежде всего. Итак, давайте посмотрю, как у нас прыгает с вами работать подвеска. Слушай, ну прям стоишь на него. Честно, я вспоминаю, когда мы там снимали Dualtron X, это было, наверное, года два или три уже назад, уже не помню, когда они только вышли. Вот точно такие же у меня были ощущения, что едешь на крузаке 200-м. Вот здесь из этой же серии. Но самое интересное, что сейчас прыгаешь и не чувствуешь, что что-то пробивается, потому что 108-й, 128-й стоковые с подвеской не экзо, а обычные, они тоже очень хорошие, но при желании, если райдер там весит где-то там 120 или 130 килограмм, пробивка она была возможна. Поэтому с экзой и здесь уже, конечно, будет поинтереснее, и возможность пробивки будет она минимальна, но опять же, конечно, я думаю, что пробить можно при желании все, если вес райдера там уже там 140-150 килограмм, учитывая, что максимально позволимые нагрузки этого самоката выдерживает по заявлению производителя 150 килограмм. Вот. Если соблюдать все правила, то ничего и не будет. Итак, давайте поговорим с вами о комплектации данного самоката. Комплектуется данный самокат также зарядным устройством, также сиденьем. Сейчас я вам все покажу. Итак, друзья, вот такая сидушка. Если вы обратите внимание, платформа идет большая, да, то есть и маленькая платформа крепится к большой, переходник получается, да, переходник своего рода. Устанавливается у нас сюда. Сидушка у нас также идет обновленная, широкая, то есть специально для удобства. Все здесь у нас с вами сделали. Штекер сам основной для сидушки. Ну и стандартно брызговичок, мануал, мультитул и зарядное устройство. Ну, на самом деле, если честно, когда я увидел зарядное устройство, я немножко обалдел. Я сразу, конечно, связался с заводом, дал обратную связь, потому что, друзья, ну как можно 45-ю батку давать одно зарядное устройство, и оно всего лишь 2-амперное. Но здесь, конечно, это прям непонятно, потому что ты замучишься заряжать 2-амперное, это реально в районе где-то 25 часов примерно. Соответственно, если мы с вами будем заряжать двумя зарядными устройствами оригинальными, то в районе 12 часов. Но можно докупить быструю зарядку 5-амперную и заряжать быстрее, соответственно. Ну, так что, друзья, обращайтесь. Зарядное устройство у нас есть. Я думаю, что от себя, как от магазина, сделаем акцию. При покупке данного самоката второе зарядное устройство будет идти в подарок для вас, наши дорогие клиенты. Но акция будет ограничена, и на сегодняшний день стоимость данного самоката составляет, если не ошибаюсь, 159 тысяч рублей. То есть вот этот самокат можно приобрести за 159 тысяч рублей. В принципе, цена, она не дешевая, но, друзья, на самом деле, с другой стороны, старый добрый проверенный Ультрон, который все знают, плюс с его доработками. А доработка, как я вам сказал, да, давайте пробежимся, резюмируем. Это 45-я батка, раз. То есть аккумулятор увеличился просто, получается, с вами на 25-30%. Да? Плюс у нас с вами изменилась эта подвеска экзо, да, то есть сзади у нас две с вами пружины стоят, и спереди одна, то есть три подвески, да, то есть стало три пружины. То есть а стоимость экзо плюс-минус вы знаете, да. Далее,
Соответственно, у нас с вами изменилась подножка, да, колеса 13-дюймовые, то есть изменения они есть, кардинальные, поэтому цена она складывается тоже из этих факторов. Поэтому, исходя из этих моментов, я думаю, что цена достаточно даже в рынке, а может быть даже и недооценена. Поэтому вполне возможно, что стоимость самоката немножко будет и подниматься в дальнейшем. Поэтому, друзья, если вам интересен этот самокат, приезжайте на тест-драйв, покатаемся в нашем магазине. Магазин находится у нас в территориальном метро 95-го года, торговый центр «Электроника» на Пресне. Работаем каждый день без выходных. Выбор огромный. Практически, ну, в принципе, вся линейка «Ультрон» с последних модификаций 21-го года есть в наличии. Приезжайте на тест-драйв, покатайтесь, посмотрите, сравните, получите позитивные эмоции. При желании можете приобрести и установить любые опции, тюнинг, гидроизоляция, все это можно у нас сделать, то есть любые доработки. Итак, друзья, ну что, мы с вами поговорили немножко об этом самокате, да, то есть пробежались, вы сами визуально посмотрели, поговорили с вами о комплектации, давайте перейдем к делу, покатаемся. За окном все равно еще немножко такой гололед. Попробуем, конечно, замерить скорость, но тем не менее покатаемся в любом случае и разберем самокат и посмотрим, что там внутри. Погнали! Разобрали Ультрон Т128 Pro. Внутри у нас, в принципе, компоновка такая же, как в 128-м. Отличий никаких. Те же самые провода такого же форм-фактора. Все они зафиксированы термоклеем. По периметру идет герметик. Болтов, конечно, напихали. Очень много. Вот сюда добавили болт. И здесь добавили два маленьких винтика, которые прижимают, потому что дека стала широкая. И по краям их было бы мало. Контроллеры остались такие же, 45 ампер, синусные, на 60 вольт. Ну вот, в принципе, все по компоновке. Батарея у нас
вот у нас характеристики. 60 вольт, 45 ампер. 67,2 максимальный, 5 ампер максимальный ток заряда. 70 ампер она может выдать максимальный ток. Вот как-то так. Крышка у нас сверху тоже промазана герметиком. Ширина дейки у нас измеряем 36 сантиметров. Длина дейки у нас с вами общая 68. Полезная длина дейки 62 сантиметра. Опора для ноги, она же ручка, все тоже присутствует, об этом я вам не сказал. В принципе, давайте измерим клиренс. Сейчас измерим клиренс с вами. Опаньки. Клиренс у нас с вами нифига себе, там уже прям это нехило так. 25 сантиметров, друзья. 25. Вот это да. Слушайте, многие ситикок электроскутеры позавидуют такого клиренса. Поэтому это прям респект. Так, и давайте измерим с вами длину самоката. Длина самоката у нас с вами. Так, спереди там нормально стоит. Так, длина самоката у нас с вами по крылу 169 сантиметров. Вот по кончику крыла 169 сантиметров. Ширина по руль у нас с вами 70 сантиметров. И высота максимальная. Высота у нас с вами 134 сантиметра. Вот так вот, друзья. Кстати, для тех, кто это впервые знакомится с таким самокатом, напомню, что Ультрон 128 и в данном случае 128+, по высоте не регулируется. Единственное, что здесь есть такой небольшой, такая плюшка, скажем так, если вот здесь камеру сейчас наведем, посмотрим. Вот здесь такое идет у нас с вами, называем его кронштейном образно, назовем его так, да. Вот она, вот это как раз регулируется, ее можно опустить пониже, либо еще повыше, тем самым мы можем с вами выиграть где-то там, там от 3 до там, 6-7 сантиметров высоты. То есть поэтому здесь самокат подойдет, в принципе, практически любому человеку с весом, с ростовкой от 155 примерно и там выше до 2 метров, 10 сантиметров, я думаю, легко. Так что как-то так. Ну что, друзья, вот взвесили. Показываю 60 килограмм. Ну да, не висит. Да, 60 килограмм показывает. 59,2. Ну, округлим 60 килограмм, в общем. Да, нелегкая бандура, но тем не менее. Давайте снимаем. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с новинкой от завода Ультрон. Т128+. Надеюсь, вам это видео понравилось. Специально для вас снимаем новинки. И на сегодняшний день это первый в России данный самокат находится у нас. Поэтому максимально постарались подробно, быстро поснять это видео, чтобы вы увидели это на своих экранах одними из самых первых. Поэтому поддержите, пожалуйста, лайком, поставьте свой комментарий. Это нас мотивирует для того, чтобы снимать дальше наши новинки среди электросамокатов или электротранспорта вообще и делиться с вами своими впечатлениями и эмоциями. Ну а с вами был Станислав. Всем удачи, всем пока.